Участники проекта «Активное долголетие» в составе творческих коллективов «Звезды старшего поколения», «Ветеран» и «Винтаж» выступили на праздничном вечере «Любовь в каждом сердце», приуроченном ко дню рождения народной артистки СССР Любови Орловой, который прошел в Звенигороде. О жизни и творчестве звезды советского кинематографа гостям рассказала экскурсовод культурного центра Светлана Евтушенко. Кроме того, собравшиеся смогли посмотреть фрагменты любимых фильмов «Весна», «Веселые ребята» и другие.